soin de Yaman. Et si vous voyez, tout notre tennis. Ici, il y a un peu de tout notre tennis. Donc, просто захожу, так называется. Не открывают нам. Сейчас попробую еще раз. Так, короче, нам не открыли дверь. Я не знаю, куда сейчас идти. Не открывает нам дверь. Я здесь постучался уже 5 раз уже называется. Позвонил. Не знаю, что-то не хотят открывать. Я слышу, как там играют, что это пиздец. Значит, это не съесть. Ничего не слышит. Там внутри этот такая, как, короче, там это когда такой домофон такой, такой вот трубка и все. И кнопочку надо нажать просто и все. Странно, ну ладно. Ладно. Я иду. Вот, не знаю, может прогуляться. Ну, что гулять-то? Иду на площадку около школы. Так. Так, что у нас тут есть? Вообще народа никого нет. Татища такая вон. Чего нет? Никого. Ладно, думаю, здесь делать нечего. Я не знаю, что сделать. А, ладно. Так, не знаю. Я пойду туда, но уже здесь нечего делать. Народ тут пион. Ну, кроме одной тетки там не видно, а все равно он там идет. А там еще люди идут, ну ладно. Ну, люди. Не такой, как я. Холодно. Телефон уже не могу держать. Так, я могу еще в принципе сходить. Давайте еще раз сходим. Если нам уже никто не ответит, то я не знаю, что делать. Сейчас еще раз схожу туда, посмотрю, что там такое. Странно, ничего мне дверь не открывает. Я пришел на теннис заниматься, что такое? Не буду заниматься, меня чистят вообще. Все-таки там такой дядька, не такой фидовый. Все, взял вещи, ушел, все. Записывайся через год, если не уволится. Ладно, сейчас попробуем еще. Не ответит, ладно, пойдем дальше туда, что. Сейчас я посмотрю. У меня деньги есть. Смотрю, кто-то схожу, но посмотрю. Еще не вот там этот. Ладно, все, давайте. Сейчас встретимся. Так, короче, мокло корпуса. Я даже не знаю. Не знаю даже. Что никого нету. Да, никого нету, походу. Что делать? Ладно.
еще один раз уже за ним. Никто не открывает, ну идите нахрен. Так. Так, я сейчас зайду на школьную площадку. Ладно, я не знаю даже, что еще делать. Нам не открывают. И это как-то очень странно. Почему? Я не понимаю, почему нам, почему. Там, ну, даже, люди есть. Там даже есть люди. Я даже не знаю, почему никто не открывает. На все улицы, бля. Бухгалтерия свет горит. Ну, ладно. Конечно. Так. Что у нас здесь? Вот тут пойду докажу. Сейчас я вам покажу немножечко, что я здесь делаю. Вот. Ладно, не знаю, может еще снимать или нет, но я думаю, что лучше больше не надо, потому что, ну, не надо даже. Ладно, хватит уже заблуждать, наверное, ладно. Тогда пишите в комментариях, куда мне еще сходить, ну, поснимать видео, куда мне еще сходить. Я схожу обязательно куда-то, может, на площадь там куда-нибудь схожу, к Пятерочке куда-нибудь, на, куда хотите. Короче, у меня завтра день рождения, можете поздравить меня в комментариях тоже. Спасибо, что можете сюда. Я всем вам благодарна. Ладно. Что, не видно, что-то? О. Аллилуйя. Ну и вот, все. Завтра день рождения. Те, кто хочет меня все-таки поздравить в комментариях, спасибо огромное вам. Ну, вам тоже не хворать. Холодно вообще дико. Я сейчас сюда спущусь. Так. Ой, господи, я спустился, слава богу. Конечно, ничего удивительного здесь нет. Лед как лед. Я имею в виду, я не поэтому, не по тому пруду хожу, которому мне удобно. Там такая небольшая, тут, ну, как это протекает здесь. Около школы здесь. Па-пам-пам-пам-пам-пам. О. Да, как-нибудь выбраться. Рано было, рано. Береза. Береза обыкновенная, одна штука. О, вот. Фонарик. Наконец-то свет есть. Потом ходить. Муж какой-то. Ладно, давайте. Сейчас еще какой-то дом походим. Мой фонарик у меня светится.
Так, тут уже первая лыжня есть. Ох, у моего дома. Вон тут мама, меня будет не видно, но нет, все равно. Не знаю, было бы. Короче, тут лыжня, лыжня есть. Такая даже нехилая, тут даже, наверное, не знаю, тут несколько раз 15 точно катались по кругу так. Прокат, но с уважением. А, ладно. Так. Так, все, я иду домой. И что, мне больше здесь блуждаться? Все. Все, вот мы дома. Все, вот мои фонарики. И улица. Ну и все, ладно. Ладно. Все, надо, я уже пойду. Так. Только там уже минут идет 11. Прекрасно. Ну все. Ключи. Домофон. Ключи. Ходим. Теперь у нас тема дыра всегда. Так, тема светла. Что там вообще темнота будет полная? Вечер хорошо, хорошо, светло. Сейчас будет вообще темнотище, сейчас будет такому. Только силуэт не будет видно. Ой, все. Зачем я вам говорила? Все, только мой фонарик видно. Видите? Темно очень. Еще темнотище, ничего не видно. Боже, куда я иду вообще? Ладно. Всем удачи, всем пока. Ну вот, все. Какая-то херня какая-то. Это тут здесь прыжок. Не знаю кто. Ладно. Давайте, всем удачи, всем пока. Поздравьте меня с днем рождения.